Всем огромный привет! Предлагаю вам сегодня вместе со мной приготовить такой свекольный салатик. Делается он достаточно просто, из простых продуктов и получается очень вкусным. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Берем отварную свеклу, 3 штуки, и нарезаем кубиком. Нарезанную свеклу отправляем в салатник. Берем соленые огурцы, у меня 5 штук, и нарезаем кубиком. Нарезанные огурцы отправляем в салатник. Сюда же отправляем одну банку консервированного горошка, предварительно слив лишнюю жидкость. Натираем на терке 2 плавленых сырка. Предварительно подержите в морозилке их минут 15-20, тогда будет легко и просто их натирать. Натертые плавленые сырки отправляем в салатник остальным продуктам. Через чесночницу выдавливаю 5 зубчиков чеснока. Заправляем салат майонезом и все хорошенечко перемешиваем. Вот такой вот вкусный салатик получился. Приготовьте именно так, уверена, вам понравится. Всем приятного аппетита!